Любимец детей и гроза преступников. Дядя Степа в очередной раз собирает вокруг себя малышей. Ивановские стражи порядка и общественники наградили победителей регионального этапа конкурса «Полицейский дядя Степа». Воспитанники дошкольных учреждений со всей области представили на суд жюри более сотни творческих работ. Было задание выполнить поделку, посвященную 300-летию российской полиции. Материалы ребята выбирали самые разные – текстиль, дерево, глина, пластилин. Авторов лучших работ наградили памятными книгами, грамотами, а также подарили им билеты на представление в Центр культуры и отдыха. Тройка победителей представит регион на всероссийском этапе конкурса.